Мерабанас, добрый вечер, уважаемые телезрители. Будущее страны определяет не экономика, а духовность и интеллектуальный потенциал общества. Сегодня у крымских татар наблюдается духовный подъем. И отрадно то, что на баланс муфтията передаются культовые сооружения. Сегодня у нас в эфире, сегодня у нас в гостях представители духовного управления мусульман Крыма и также имамы районов. Ну а вначале давайте мы посмотрим сюжет, подготовленный нашим корреспондентом. 507 йыл эвелсе кибер жәми құрылған еді. Бұ йыллар девамында жәми чоқ зұрылғарны көрді. Ләкін бұна бақмадан Аллахның еві бүгінге қадар инкишаф етіп келмекте. Кибер жәми бүгін Қырымның меркезеве ең қадими жәмилерден бұры оларақ сайла. Жәми 1508 сенесі ханлық дәуірінде құрыла. Алланың еві Ахмеджит, яни Ақ жәми оларақ атландырыла. Бұндан қалқа султан отырған шері Ахмеджит адына ала. 1508 сенесі хангерей вақтында 2 гектар жер айрылған еді бұ жаминың құрылышы үчін ве Абдурахман бек бұ жамины о вақыт құрған еді. Бұ жами бұ шерінің ең тарихи бір бинасыдыр. Ве әбетте ке бұ жами бірчоқ мүшхүл аллар кечірді. Бірінші, екінші дүния савашыны кечірді. 1736 сенесі кибер жами әрбилер тарафындан ернен лоқсан етілі. 1905 сенесі үкімет жаминың тікленмесі үшін Малия айра ве Мұғаддес Аллахның ере тікленілі. Чоққа бармайып, 1922 сенесі Қырым жамилері ве бүтінлі Мұғаддес ерле қапатыла. 1930 сенесі есе асылында веран етілі, Харабеге оғырай. Шында қайдетмелі ке кибер жами янғынға оғырады. О вақыт кибер жами аман-аман йоқ етілді. Сүргінлік иллары кибер жаминың бинасы типография оларақ чалыша. Арадан бір 20-30 жыл кечен сон, да бір кере яхайлар бұ жами. Яхып, чоқ ерлері тақтадан олы, янып бітен сон, янадан тамир етейлер, ве біраз ген япайлар жами. Хуббесі әршейі ерінде қалы. Ceng zamanı geli, bizleri buradan sürgün etelik, sürgünden sonra yıkaylar bu cami, burada tipografya odur budur şeyleri yapaylar. Kırım Tatar halkı kutluvi surette kayıtıp gelgen vakitte 1990 sene Kırım Müslümanlarına caminin binası kaytarıla ve şu zaman kibir cami tiklenile ve çalışıp başlay. Ve cami olarak 90 seneden beri kene de çalışıp başladı. Şimdiki vakitte elbette ki bu camide her türlü әрекетлер, әр түрлі мерасимлер кечірілі, мәселе никахлар олсын, башқа тедбірлер өткерілі. Жума намазларында әбеттеке жамимыз тола, атта ерді етмей. Оның үшін қырым мұсылманларға Балабан жамиге, бұйық бір жамиге ихтияжлары бардыр. Кибер жамиының имамы Ниязи Рамазанов білдіргеніне көре, ел-елдан динген халқымыздың хұсусан яшыларының мерағы артта. Бүгінгі күнде кибер жамиде әр күн намазлар қылына, чеші діни мерасимлер өткерілі. Иншаат бүгін бұйық маневи меркезге чевіріліп, халқымызны бірлештіре. Я представляю вам спикеров нашей программы. Зейнеп Баирова, руководитель женского и детского образования Духовного управления мусульман Крыма. Исадуллах Баиров, заместитель муфтия Крыма. Раим Гафаров, руководитель отдела координации Духовного управления мусульман Крыма. В студии у нас присутствуют представители Духовного управления мусульман Крыма и также имамы районов. Исадулла Ходжа, первый вопрос будет к вам. Как известно, правительство Крыма заявило, что мусульманские культовые сооружения должны быть переданы Духовному управлению мусульман Крыма. Скажите, что делается вот в этом направлении? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи ар-рахманир рахим. Ассаляму алейкум, в первую очередь. Да, действительно, такие заявления прозвучали. На сегодняшний день ведется работа. Есть постановление по нескольким зданиям. И хвала Аллаху, культовые здания, как и должно быть, будут, иншаллах, переданы на баланс Духовного управления мусульман Крыма. Это, в принципе, было и принято на Курултае Духовного управления мусульман Крыма. То есть мусульмане Крыма приняли это решение, что все культовые здания, все территории, которые будут браться под культовое назначение, все новые мечети, которые будут строиться, будут передаваться не в частные какие-то руки, не на какие-то организации, либо религиозные общины, а передаваться на баланс Духовного управления. Это было наше внутреннее решение, и параллельно с этим и были приняты и на политическом уровне такие решения, что все и старые духовные культовые объекты, и новое все, что будет строиться, все будет на балансе Духовного управления. В принципе, это оно и есть логично.
А скажите, а вот за Джерум Медресе, который тоже передается также на баланс, да, духовного управления мусульман Крыма, а судьба дальнейшая какова будет? Ну, Зинджирлы медресе не само то историческое здание, а двухэтажное здание медресе Гаспринского, речь идет о нем. Оно и раньше было духовным образовательным учреждением. Как будет судьба дальше, у нас очень много было планов и раньше на это здание. То есть планировалось вплоть до открытия университета высшего исламского образования. Я думаю, сообразно цели, которые было построено медресе, мы как духовное управление мусульман Крыма примем решение и соответственно той цели будем его дальше использовать. То есть это образовательный очаг образования, в котором столетиями преподавались основы ислама, который был светочем ислама в Восточной Европе, который дал всего мира приезжали десятки обучаться туда, да? Тысячи ученых, сотни ученых великих, которые распространяли ислам. Правильное понимание ислама во всем мире. Поэтому, я думаю, вернуть этим зданиям былую славу, вернуть туда обратно звуки Корана, вернуть туда обратно изучение религии, основ религии, и сделать его такого своего рода источником, который будет воскрешать нашу веру, воскрешать наши традиции, и все, чтобы это было в русле правильного ислама, правильного понимания ислама, это будет самым правильным. Но решение об этом на данный момент еще не принято, но я думаю, в этом направлении будут приниматься решения. Раимбей, а вот как сегодня ведется вот работа? Вот понятно, мы живем сегодня уже в другом, уже в российском правовом поле. Как переоформление идет документов наших религиозных общин? На какой стадии? Как вообще дела обстоят на местах? Дело в том, что я тоже хочу поприветствовать всех, пусть мир и благо Аллаха будет над всеми нами. Да, перерегистрация — это такой щепетильный сейчас вопрос на данный момент. Мы принимаем все районных имамов. Они привозят общины с собой. Каждый день мы в муфтиате принимаем около 10, от 5 до 10 общин. Смотрим все их документы, которые у них имеются. К сожалению, очень у многих есть недостатки. Мы те, которые полный список этих документов есть, на данный момент мы их перерегистрируем. То есть этот процесс уже запустился, пошел. Слава Богу, слава Аллаху. То есть каждый день к нам приезжают с районов, сдают документы, мы их принимаем, потом это идет к нотариус, а с нотариуса уже идет Минюст. И надеемся, хоть у нас сейчас более 350 общин, надеемся до конца года постараться всех их переоформить. То есть как вообще настроение людей на местах? Вы с ними общаетесь же? В плане настроения? Да. Настроение, то есть мы как мусульмане, мы знаем то, что любой, то есть мусульманин всегда в хорошем настроении. В хорошем настроении я общаюсь, конечно. Приезжают старики и говорят, что им тяжело приехать, там представители, которые, председатели религиозных общин. Но все Аллаха шукур деп, то есть как мусульманин, вахта, эрге хайрлы тарафтан бахар, эрге хайрлы тарафтан бахар, Аллах хафтан умитни кесми, ошекеле делам этимус. Исадулла Худжам, знаете, по наблюдениям людей, сегодня действительно очень активизировалась работа духовного управления мусульман Крыма. Очень активно ведется работа, плодотворная работа ваша. Скажите, вот сегодня над какими вот именно проектами, самые какие глобальные проекты, которые вы будете вот в ближайшее время запускать, над чем работаете? Да, действительно, духовное управление мусульман Крыма в течение долгих лет практическим путем изыскивало тот путь, на котором оно сегодня находится. Это очень сложный путь, вы знаете, вы следили за всем этим, как духовное управление шло по этому пути. На сегодняшний день муфтий Эмир Али Аблаев и вся его команда занимается тем, чем они занимаются. Это просвещение народа, служение всему человечеству, всему народу Крыма. То есть мы никогда не выделяли отдельно мусульман и не мусульман. Муфтий не раз это заявляет. То есть мы служим человечеству, а кто нас окружает из человечества, это представители других народов тоже. То есть мы несем свет ислама в общество, толерантность, правильное понимание ислама, добрососедство. И все основано на этих основах. То есть ислам, он сам по себе является миром и призывает только к миру. И все наши проекты, соответственно, в этом направлении. То есть у нас запускаются проекты, на сегодняшний день идет перерегистрация всех наших объектов. Это и образовательные учреждения, наши медресе. Мы планируем пройти перерегистрацию всех медресе, иншаллах, и уже на новом качественном уровне, используя новые возможности, которые у нас появляются, давать более качественное образование, опять же, отвечая на вызовы времени, понимая, что у нас появляются новые вопросы, которые нужно решать, давать более качественное образование. Это на медресе, это
образования. Что касается неформального образования, то, что ведут наши имамы на местах, это в воскресных школах, там тоже мы стараемся активизировать, и весь наш потенциал, который так или иначе получил образование исламское, которое сертифицировано, которое прошли через наши учебные заведения, мы стараемся привлекать всю эту молодежь и давать им площадки для работы, создавать условия, чтобы они могли хотя бы двоих-троих деток научить Корану, читать Коран, рассказать им основы ислама, основы этики, чтобы дети уважали своих родителей. Вся цель ислама, она в этом и заключается, что научить человека быть человеком. То есть и наша цель, конечно же, ну, большая цель состоит в этом. О грандиозных проектах. На сегодняшний день многие проекты в разработке, я бы не стал забегать вперед говорить о них, но основная часть проектов вот именно вот в этом направлении, опять же, служение обществу и распространение правильного понимания ислама, традиционного для Крыма, это очень важно, потому что ислам распространился на всю территорию, там, где он сейчас находится, и в каждой стране он принимал какое-то определенное направления, так скажем. И эти направления, они канонизированы. Например, школы фикха такие, да, как имам Азам Абу Ханифа, шафиитский масхаб, маликитский масхаб. В вопросах веры есть несколько, скажем, школ. Поэтому традиционная школа для Крыма, распространение этих знаний, этой информации для Крыма важно, чтобы не было перекосов. Оно максимально соответствует нашему менталитету, и оно из поколения в поколение у нас и так культивировалось. То есть наши предки передавали эти знания, это воспитание, даже не называя иногда это религией. А сегодня вы видите, то есть понимание, да, вот среди наших соотечественников, вот то, что вы говорите о традиционном исламе у крымских татар? Ну, нетрадиционный ислам в Крыму не уживается. В том-то вся его и проблема, что он нетрадиционен, а когда бы он ужился бы, если бы традиционный ислам был бы ущербным. А традиционный ислам, он жив и в рассвете сил, как говорится. Поэтому заменять правильное правильным не имеет никакого смысла. Поэтому там, где проповедуется или исповедуется, например, ханафитский масхаб, прийти и пытаться распространить шафиитский масхаб, оно не увенчается никогда успехом, потому что там то, что практикуется до этого, оно тоже есть правильное. То есть вы можете заменить неправильное. То есть мы сегодня такое тоже наблюдаем, да? Как... Это нормальный процесс. То есть мы не говорим, что должна быть одна какая-то школа. То есть человек волен выбирать, в принципе. Но традиционно на наших территориях закрепились эти школы, и они являются самыми, может, распространенными в исламском мире. И мы опять же призываем людей, зачем менять правильное на правильное. То есть если есть заблуждения какие-то, конечно же, наша цель исправить заблуждения, вывести людей из заблуждения, найти эти ошибки и исправить их. А если люди делают правильно, зачем приносить что-то еще правильное, просто по другой методологии, и пытаться это здесь культивировать и создавать на этой почве разногласия. Вся проблема в том, что создаются разногласия. Если бы это все делалось бы в братской обстановке, без разногласий, какие проблемы? Зинеп Ходжа, вопрос будет к вам. Сегодня, когда вот Исадулла Ходжа говорил об образовании, конечно же, ислам призывает в первую очередь получать образование. Вы в Духовном управлении мусульман Крыма руководитель женского и детского образования этого отдела. Вами проводятся все различные курсы для женщин. Расскажите, что это за курсы, к чему вы призываете женщин? Как уже говорилось ранее, получать образование является обязательным в исламе, как мужчине, так и женщине. И подчеркивая свободу женщины, обязательно оставляя для нее получение образования, ислам тем самым должен создавать все те условия, в которых женщина может получать это религиозное образование. И вот когда мы говорим о формальном образовании, мы имеем в виду медреселер или высшие учебные заведения. И люди, которые имеют возможность, они действительно поступают в эти заведения и по окончанию получают соответствующий диплом. Но когда мы говорим о некоторых кругах нашего общества, в том числе, вот мы будем говорить о женщинах, это тот слой общества, который не может, по виду своих причин бытовых, да, жизненных, попасть вот в те учебные формального обучения заведения. И Духовное управление мусульман Крыма таким женщинам предлагает вариант, то есть получать религиозное просвещение на территории Крыма, но в неформальной форме обучения. Здесь речь идет о курсах ислама для женщин, но где есть женщины, там, естественно, логичным будет преподавать ислам и детям. И, естественно, из-за того, что женщина, мы всегда говорим, она хранительница семейного очага.
И религиозная образованность ее семейства, она очень часто зависит от нее самой. И насколько будет грамотнее женщина, конечно, настолько положительным будет результат воспитания в исламском духе ее детей. Поэтому Духовное управление мусульман Крыма дает возможность каждой мусульманке получить религиозное образование на исламских курсах. И разрабатывая этот проект, сегодня на территории Крыма, в крупных городах нашего региона, происходят эти курсы. Преподаватели являются, естественно, квалифицированные педагоги, имеющие религиозное образование. Они все преподают по одной и той же системе преподавания, одинаковая программа, разрабатываются различные методологии преподавания как взрослым женщинам, так и детей. Ну, естественно, эта деятельность, она с каждым днем увеличивается, потому что курсы, они постепенно превращаются в более активное участие слушателей, и получается надобность, кроме курсов, давать возможность людям еще и проводить различные семинары. Вот ввиду того, что перед нами, вы знаете, сегодня открывается летний сезон, мы первые дни лета, сегодня мы с преподавателем приняли решение о том, что максимально продуктивно провести это лето, увеличить количество занятий в несколько раз, чтобы дети и их родители могли, воспользовавшись летом, получить более большой объем знаний. Сегодня наша съемочная группа побывала у вас в Духовном управлении мусульман Крыма и поинтересовалась у преподавателей ваших. Давайте послушаем, что они говорят. Мисля, шымды я статель демес, ипсы баллар татель де. Бош вақтлары чуғы. Оның үшін мен белесем, яз тәтілінен файдаланып, балаларымызны бүтін районларда болған балачықларын авес, ем оғлан, ем қызы балачықлар үшін бұ курсларға келіп, бұнен файдаланып, Құран оғренмеге мен белесем файдалы олар. Иншалла бұ файдалы ілім бүтін қырым мұсылманларымызның чоқ файдалы олачағыны түшінем. Ve inşallah bu da bizim bütün Kırım Müslümanlarımız için de gelecekte daha çok ilerlemeye vesile olacağını düşünüyorum. Faydalı ilim projektinde her bir hoca, dini tahsil alan hocadır. Bunun çoğusu Kalay Kız Medresesi'nin mezunlarıdır. Onlar hepsi dini hoca statüsündeler bugün. Kırım'ın çeşitli yerlerinde hizmet ederler. Sayıları gün günden elbette artar. Onlar hepsi bir programma çerçevesinde bu dini bilgilendirme, dini marifini gerçekleştirecekler. Зейнеп Хочам, расскажите, а вот вы проводите курсы для женщин. Что больше всего интересует сегодня тех женщин, которые приходят к вам на курсы? У нас есть разные круги общества, которые попадают к нам на курсы. Естественно, их заинтересованность иногда различается по возрастным категориям. Конечно, более взрослое поколение, у них вопросы некие отличаются. В общем, все вопросы очень часто связаны с повседневной жизнью мусульманки. То есть, не уходя в какие-то более глубокие темы, мусульманкам очень часто интересно, что является для них дозволенным, а что является для них запретным. Элементарные формы поклонения Всевышнему. То есть, мы, когда говорим о обязательных выполнениях намаза, ураза и других остальных столпов ислама, мы говорим о них теоретически. И, казалось бы, на первый взгляд, люди прекрасно знают, что такое намаз, что такое ураза. Но когда в ходе беседы, возможно, такое, что выясняется, что у людей очень много практических вопросов на эту тему. Так вот, курсы ислама на территории муфтията сегодняшнего, они предоставляют слушателям именно ту возможность в интерактивной форме проводить беседу и в ходе лекции, посвященный какой-либо теме, задать именно тот вопрос, который непосредственно связан с этой темой уже в быту. Ну и, естественно, мы в начале курсов наших оговаривали о том, что ислам — это, в первую очередь, передает большое значение душе человека. И нам ничто не мешает сегодня объединить современное изучение той же психологии и человекознания с религиозными знаниями. И поэтому вот мы на протяжении этих курсов очень часто использовали сегодняшние современные психологические методики,
самовоспитание, развитие самой личности человека. Ну, естественно, все это основываясь на религию Аллаха, на его книгу и на рекомендации его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в каком-то роде это получилось что-то новое. То есть мы объединили современную методологию с классическими знаниями ислама и получили очень интересный результат, что было очень положительно принято обществом, и поэтому даже самые темы, которые непосредственно не связаны, как бы на первый взгляд, с исламом, люди получили возможность услышать на нее исламский взгляд. Мы вообще-то не создали ничего нового, мы пошли по стопам великого нашего учителя Гаспринского, который в те сложные годы, когда был раскол между школой и медресе, он нашел путь, как объединить, сохранить оба крыла, научить деток и религии, и математики, физики, астрономии вместе, и подготовить нового человека, который будет подкован религиозно и в светских науках. Также и мы сегодня стараемся использовать все новые технологии для достижения успеха в наших, скажем, целях религии. Но мы видим, у вас тоже приходят к вам женщины разных возрастов. Так же, как мы видим незамужних девушек молодых и уже бабушек, которые приходят к вам тоже познавать ислам. Ну, мы всегда говорим о том, что знать это не стыдно, а вот не изучать это стыдно. И когда мы говорим, что мы мусульмане, и мы обязаны нести исламскую личность в свое общество, мы действительно сталкиваемся с проблемой незнания. А проблема незнания, она не зависит от возраста. Человек может быть молод и достаточно грамотен в религии, или может прожить уже несколько десятков лет и совершенно остаться незнающим. Поэтому мы, разделив их на категории, естественно, предоставляем информацию в том виде, в котором более благоприятно будут люди это осознавать. И поэтому очень часто действительно по возрастным категориям могут формироваться и сами группы. А что вы в перспективе еще планируете для женщин? А какие курсы открывать? Ну, курсы у нас на протяжении этих последних 6 месяцев постоянно возобновлялись. И мы говорим не только о Симферополе, мы говорим о всем, о всей республике Крым. Сегодня их количество, я сказала, уже около 30 человек, но это непосредственно уже преподаватели. Все пытаются охватить все те регионы, которые находятся вокруг них. То есть, ну, если мы умножим это на 2 раза, где-то в среднем каждый преподаватель успевает просвещать в нескольких местах. Это около 60 ячеек. Сегодня мы эти ячейки объединили под общим проектом, который называется «Файдалы Илим», что в переводе обозначает «полезные знания». И вот под этим проектом на территории Крыма эти курсы мы стараемся, конечно же, расширить, но и придать более качественный уровень образования. Ваид Белялов, председатель мусульманских общин Первомайского района. Ваид Бей, расскажите, сколько у вас в районе проживает мусульман и какую работу вы ведете с ними? Бисмиллахи рахман рахим. Ну, сказать точно, сколько мусульман проживает в районе, не могу. Район у нас степной. Многие почему-то пытаются быстренько покинуть эти районы, в города. Но что мы делаем в районе, естественно, мы первый акцент ставим на детей, на молодежь, чтобы их обучить, их укрепить, чтобы они могли... умели жить не только в городе, но и остаться, вернуться в свое село и там процветать. Потому что можно там тоже жить и быть достойным, быть уважаемым человеком. И что говорить о работе, в первую очередь хотелось бы сказать, что работа никогда не зависит только от нас самих, от этих учителей, которые приезжают и учат детей. Конечно же, работа зависит и от тех авторитетных людей в селе, которые живут, имам это, молла или еще кто-нибудь, которые могут тоже поддержать и сказать, давайте. И, конечно же, родители. Любой обучающий процесс, нельзя только работать с детьми, однозначно нужно за год раз 5-6 проводить родительские собрания с родителями, чтобы их тоже подключать, им тоже объяснять, чтобы они со своей стороны помогали удержать этих детей в обучающем процессе. А скажите, есть вот желание родителей у вас в районе, чтобы их ребенок обучался вот исламу? У родителей желание есть, конечно. Просто некоторые родители осознают важность этого момента и контролируют этот процесс. Любой ребенок хочет играть в футбол, он не хочет сидеть и читать Коран, алфавит, он хочет играть. Поэтому он ищет лазейку, куда бы убежать. И здесь нужен родитель, который скажет, нет, давай, чего ты научился, почему не научился.
Ну, к сожалению, есть родители, которые отпускают это на самотек. И мы видим, когда начинаем какую-то обучающую программу, мы видим, когда приходят 10, 20, 30 детей, а до финиша доходят не все, к сожалению. До финиша доходит меньше. То есть каких-то детей мы теряем, они уходят, они говорят, нам неинтересно, мы больше ходить не будем. А, хорошо, а вот летнее время, что вы предлагаете вашим детям, которые проживают в вашем районе? Летнее время, мы уже лет 5, наверное, стараемся в летнее время проводить летние лагеря. Угу. Они не бывают в течение всего лета, это, скорее всего, 2-3 недели. Угу. Мы эту летнюю площадку используем для того, чтобы подружиться с детьми, собрать их, подружиться, показать себя, посмотреть на них, чтобы они привыкли к мечети, привыкли к нам, чтобы мы сдружили, чтобы потом в течение всего года с ними плодотворно заниматься. Угу. Саунас. Да-да. Что-то есть еще добавить? Ну, этим летом мы тоже планируем 3 летних лагеря провести. Пока это в разработке, есть много моментов. Иншаллах, я думаю, мы это проведем. Угу. Вот рядом с вами сидит Рамазан Асанов, он главный имам Бахчисарайского района. Рамазан Бей, вот в вашем районе ведь проживает очень большое количество крымских татар. Скажите, что вы предлагаете нашим соотечественникам, проживающим у вас в районе? Как вы их объединяете? Бахчисарай районында дини дерслерни кечирмеге тырышамыз. Бутун койлердеки имамларны бу вазифенин ерине кетирмек үчүн, яни дини дерслерин берилмеси үчүн тешвик этебиз. Ve aylık toplaşıvlarda onlara bu vazifelerini sorayımız. Kimlerge kaysı dersleri berilgeni. Başta özümüz olmak üzere bir misal örnek olayık deyip, işte Orta Cami'de er bazar günlerinde dersler beriyemiz. Yaş balaçıklar, 40'a yakın balaçıklar gelip. Şehir balları dinin temellerini, Kur'an-ı Kerim'ini okumaya, işte Peygamberimizin hayatından, siyerden, dersler koreler, hem oynaylar, hem eğlenirler, hem ders de koreler. Kendi bazar günlerinde saat 3'lerde apaylar gelip, apay hocalarımızdan da ders alırlar. Akşamları büyük yaştaki akaylar gelip Kur'an-ı Kerim dersleri alırlar. Ve bu derslerini devamlı yapmaya çalışırız. Yani yıl boyunca, tek yazga değil, yıl boyunca olgan için ballardaki din öğrenim meselesi sağlamlaşa. Böyle öğrengenleri şeyleri unutmaylar, devamlı pekiştirip yani kuşlene. Ve böyle din dersleri bütün köylerde geçirilmeye tırışıla. Ve şimdi müftiyatın göstergenin bir proyekti göre, işte Ramazan ayında eğer iftardan evvel 2 saat boyunca dersler geçirilecek inşallah. Bizim bunun kabiliyetli imamlarımızı bu derslerge teşvik etemiz. İnşallah güzel neticeler alacağımız deyip ümit etemiz. Çok sağ olun. Sadullah Hoca, много ли у нас молодых имамов в районах работают? Альхамдулиллях, многолетняя работа наших медресе сегодня дает свои результаты. У нас более 500 молодых людей и более 100 девушек либо полностью отучились в медресе и закончили, либо проучились год или два. И на сегодняшний день на наш зов, на наш призыв прийти и поддержать, значит, это религиозное просвещение отзываются действительно наша молодежь. Во всех регионах у нас есть представители. Наши районные имамы, вы видите, тоже являются представителями этого уже нового поколения, отучившегося в медресе, получившего заграничное высшее образование исламское и вернувшееся на родину и работающее на благо своего народа, на благо человечества, на сохранение мира в Крыму в том числе. Поэтому, конечно, я с уверенностью говорю, что у нас очень много молодых людей и девушек, работающих в регионах, но, как сказал Ваидбей, только молодежь в одиночку никогда не справится, конечно же. У нас огромная поддержка со стороны взрослого нашего поколения. У нас огромная поддержка со стороны самых старших наших людей, которые, можно сказать, являются монументами этого среднего понимания ислама усредненного. Они являются теми, кто унес ислам с собой и обратно принесли в Крым, не потеряв, не растратив, и передали это новым поколениям.
Это наше старшее поколение. Они сделали великий вклад в развитие ислама. На сегодняшний день то, что ортодоксальный ислам, то есть традиционный ислам распространяется в Крыму, очень большую лепту внесло именно то поколение. Мы выращены их насихатами, их наставлениями. Они нас направляли учиться, они способствовали, чтобы мы учились и готовили для этого всю платформу. То есть мы благодарны им. И они же, опять же, нас, молодое поколение, принимают. И в той связке, в каждом селе, в каждом поселке есть связка мудрых наших людей, которые старшее поколение. И когда есть такая связка, это команда, которая работает и так на распространение ислама в поселке, на укрепление ислама, конечно же, отправить туда молодого имама или отучить для них молодого имама для нас очень просто. Мы понимаем, что он попал в надежные руки. Мы понимаем, что эта команда будет работать очень активно. И действительно, во многих регионах у нас это практикуется. Там, где старшее поколение связано, в командно работает, и у них есть хорошая связь с молодым поколением, с воспитанным, с образованным молодым поколением, в этих регионах у нас самая продуктивная работа, и самые лучшие результаты мы получаем именно от этих регионов. То есть, где молодежь работает в тандеме с старшим поколением, и где не возникает вот этого перекоса передачи информации, уважения и так далее. Поэтому, альхамдулиллах, на сегодняшний день можно уверенно говорить, что у нас во всех регионах есть молодые кадры, и с еще большей радостью я говорю, что за этими молодыми кадрами стоят наше старшее поколение, которое как крепость, в которой может в любой момент это молодой человек опереться спиной, понимая, что за ним крепкий тыл против вызовов, которых очень много в исламском мире, к сожалению, разных радикальных течений, я имею в виду в данный момент. То есть эта работа по укреплению традиционного ислама ведется именно вот в такой плоскости. Приходя к вам в Духовное управление мусульман Крыма, видишь очень много молодых людей, парней, девушек, которые работают у вас. И вот нельзя не заметить вот работу и вашей и пресс-службы, и также вашего печатного органа и газеты «Хидаэт». Вот у нас в студии сидит главный редактор газеты «Хидаэт» Зенифия Сидометова. Зенифия Ханум, скажите, вот на ваш взгляд, сегодня печатное издание Духовного управления мусульман Крыма, каким оно должно быть? Что вы даете для нашего читателя? Ну, асында бірінжден бұна айтмаға істейм. Халқымыз Светанға қайтты, вешімді, әнді тіліні, дені, ве медениетіні жанландырмаға тұрыша, ве Аллаға шүкір халқымыз әнді денге қайтмаға башылай, бөле денге мұхтач, яғни мұхтач, ве бөле біз бірейтіп, айтқанымыз көбі мұфтиятымыз медреселерде, курсаларда білгі бөле мұқтач олған білгілеріні бере. Ве бұндан да ғайры газетамыз, бұндан да ғайры источник мудрости деген меджмуамыз бастырыла. Ве бұ газета, ве меджмуа вастасы іле, біз асында газетамызның ады «Хидаэт». «Хидаэт» не демек «Дұғру елдір». Ве бұ газета вастасы іле біз оқуыжыларымызға бөле «Дұғру елны» көстербенге тұрышамыз. Анда чоқ бөле фархлы насыл дейм саларда біріншіден муфтиятының фаалиеті әмді қырым мұсылманларының ве тек қырым бүтін дүния мұсылманларының аяты хабарлерде насыл айдынлатыла ве бұндан да ғайры меселе фықық сейер пейғамберіміздің аяты бөле махаллер бар ве бұндан да ғайры бізім оқуыжыларымыздың тевселеріне риджаларға көред, яны рубрикалар пейда ола. Ве сонки қач айдыр, әнді да дөрт сайфеміз пейда олды. Ве бұ яны сайфелерде фархлы рубрикалар бар. Әм шуны да қайтедмек керек ке, газетіміз әм қырым татар тілінде, әм де рус тілінде бастырылан. Ве анда әр істеген инсан өзі чүн файдалы мәліматыны тапа біле. Ве месіра насыл рубрикалар, анда как совершать намаз, например, для тех, кто только начинает. Для многих, может быть, кажется, ой, намаз — это такое что-то сложное, для меня это, ну, трудно выучить. А там мы стараемся так, чтобы те люди, которые только приходят в ислам, помочь им разобраться в этом всем. Кроме того, у нас есть там рубрики с психологической точки зрения, семейные вопросы. То есть мы пытаемся в газете осветить всю
религиозную сторону, да, сферу, религиозную сферу жизни. А стоит сказать, что жизнь — это и есть ислам, ислам — это и есть наша жизнь, поэтому, ну, вот так. Чухсаунс. Ниарханум Джамбазова, пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма. Мы в последнее время очень много видим и в социальных сетях, и везде в рассылках. То есть очень активная работа идет вашей пресс-службы. Ниарханум, расскажите вот о специфике вашей работы. Ну, 21 век информационных технологий, конечно же, очень важно просвещать. Мы стараемся население и вообще всех жителей Крыма сообщать их, информировать о всех наших событиях, даже о самых маленьких, незначительных. Мы считаем это очень важным. Это тоже шаг популяризации ислама. Я бы хотела еще продолжить тему образования. Здесь, в этом контексте, я бы хотела еще отметить, что сейчас уже закончился учебный год, но в течение вот этого всего учебного года в муфтияте проводились не только религиозные курсы. Муфтият стал таким очагом еще языкового развития, а значит, культурного возрождения. Так у нас в муфтияте проводились курсы крымско-татарского, арабского, английского. Очень активно посещали крымско-татарский язык. Кроме этого, у нас еще проводились курсы крымско-татарской вышивки. То есть это традиционное наше ремесло. Мы поддерживали наших вышивальщиц в этом проекте и давали им площадку для развития. И очень большой пласт, конечно, религиозных просвещения, знаний у нас идет. Так бы еще хотела бы сказать, что по решению муфтия мусульман Крыма Хаджи Мирали Аблаева уже много лет во всех наших мечетях хутбы, вазы, все проводятся на крымско-татарском языке, и это тоже является нашим вкладом в возрождение крымско-татарского языка. Мы знаем, что он сегодня находится в таком положении, да, на грани исчезания. Это факт, к сожалению, но мы тоже стараемся вносить свой вклад. Мы знаем, что на крымско-татарском языке более 20 лет уже печатается «Хидаят» с тиражом 10 тысяч экземпляров, и он активно раздается практически в наших районах. Да, источник мудрости мы стараемся издавать как на крымско-татарском, так и на русском. Вот. В этом муфтибей имеет очень твердую позицию. Крымско-татарский язык — это тоже наша очень большая работа, его возрождение. Вот. И да, в информационном поле у нас сейчас тоже ведутся соцсети, активная работа. Мы общаемся с нашим населением тоже с помощью соцсетей, мы получаем вопросы, которые интересуют мусульман в регионах, и это очень важно, мы имеем связь с каждым. Контакт, связь постоянно держите, да, с регионом? Это связь, это контакт, это ежедневный контакт, и у нас есть официальные страницы, на которых очень много пользователей молодежи, именно они также просвещаются с помощью наших страниц, и мы всегда открыты к любым вопросам с помощью соцсетей. Да, Зинефиханом, добавьте. Я немножечко добавлю. Сейчас мы приближаемся уже ко второму полугодию, и мы хотим напомнить нашим читателям и всем о том, что идет снова подписка на Хидаят, можно, и также источник мудрости. Можно подписаться в любом отделении, почтовом отделении по всему Крыму. И, кроме того, если уж не доходим до почтового отделения, можно взять газету в джами. Чухсаунс. У нас в студии также сидит Ирвин Керимов. Ой, нет, Искендер Меметов, простите. Нет. Амир, вырежешь. Сейчас я найду Искендер Меметов. Да. У нас. Вас как давать? Главный район имама Евпаторийского региона? Давайте, главный редактор тоже источника мудрости. Давайте, да. У нас в студии также Искендер Меметов, главный редактор журнала «Источник мудрости». Слово вам, Искендер Бей. Бисмиллахи рахмани рахим. Я бы сказал, что мы живем сейчас в том времени, о котором наш пророк Мухаммед, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что в это время будет распространено перо. То есть, если говорить на языке нашего времени, то это получается информация, да, то есть век информации, где информация имеет очень важную роль в сфере человечества. И используя эту прекрасную возможность, наша цель — попасть в каждый дом мусульманина, а также и в каждый дом крымчанина. А что вы делаете для того, чтобы попасть? Мы печатаем замечательный журнал «Источник мудрости», который, как вот было отмечено, на двух языках, на русском и крымско-татарском языках, где рассматриваются разные стороны ислама, то есть в коротком,
понятном очень языке рассказывается про жизнь пророка Мухаммеда, про историю пророков, о воспитании детей, о важности семьи в исламе. А также у нас и присутствуют актуальные темы. Это темы, которые вот насущные, где наши преподаватели разъясняют конкретные вопросы и дают ответ. Конечно, стоит отметить, что работает очень большая команда, которой я очень благодарен, и муфтия тоже поддерживает этот проект. Это преподаватели медресе, это работники духовного управления мусульман Крыма. То есть все, кто работает, они все вносят какую-то свою частичку. Также, конечно, мы учитываем то, что давать нужен ислам правильный, то есть традиционный, как это было сказано. А также наша миссия настроена на то, что возродить духовные, моральные и национальные ценности среди мусульман Крыма. Вот. Также имеются детские странички, которые мы так думаем, это, наверное, в перспективах наших создать отдельный религиозный детский журнал. Как он будет называться, мы еще пока не знаем, но мы над этим еще поработаем, я так думаю. И хочу как бы заметить, что наш журнал уже печатается третий год, вот, и отзывы как бы очень хорошие. Мы надеемся, что наш журнал тоже как вот внесет свою частичку в образование исламского общества, потому что, так как было до этого отмечено, не все люди имели такую возможность получать знания в медресе, особенно это наши папы и мамы, которые родились в советское время. И сейчас для обычного человека просто получить исламские знания – это вот самый хороший выход, самое хорошее средство, подписавшись на газету там, или на журнал «Источник мудрости». Саунс. В прошлом году мусульмане Крыма совершили хадж, и очень была такая большая поддержка оказана со стороны Российской Федерации. В этом году, расскажите, Артур Бей, вопрос, наверное, будет к вам. Скажите, в этом году, что касается вопроса хаджа, сколько человек планируется, сколько мусульман из Крыма полетят в хадж? И в этом году что будет со стороны российского правительства вот, для мусульман Крыма? Бисмиллях рахмана рахим. Конечно же, хадж для мусульман – это очень важный ритуал. И посетить Мекку, Медину – это очень знаменательные часы или дни для мусульмана, потому что это не история пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это также начинается хадж от Адама до пророка Мухаммада. Потому что каждый обряд связан с каким-то пророком. Например, гора Арафат – это гора, в котором встретился Адам с Хава, с нашей мамой. Да? После долгого скитания по земле они там встретились, и началась жизнь на земле. До этого была жизнь в раю. Например, другой обряд, например, место, где стояние Авраама, или там две горы, как Сафа, Марва. То есть человек, когда едет в хадж, он, получается, мечтает туда попасть, чтобы вспомнить или связаться с историей человечества. Да, в прошлом году мы, наши паломники, поехали, слава Богу, удачно. Мы буквально за 2 недели собрали все документы, и наши паломники удачно поехали, приехали. В этом году, слава Богу, мы начали раньше. Поехала делегация хадж-миссии России, и мы тоже, как с муфтибеем, ездили в Саудскую Аравию, встречались с министром по хаджу, встречались со всеми, как сказать, сторонами, которые занимаются хаджем в Саудской Аравии. И что нам понравилось, Министерство по хаджу поставило, как сказало нам, что хадж – это хадж, а политика – это политика. Мы не вмешиваем политику с хаджем. Мусульмане Крыма поедут в хадж в любых обстоятельствах. Поэтому было выделено для мусульман Крыма 300 мест. И в этом году, даст Аллах, все поедут в хадж без никаких проблем. Самое главное – это получить вовремя паспорт, российский паспорт, загранпаспорт нового образца, биометрический паспорт, и вовремя принести к нам.
И женщины, которые не старше 45 лет, иметь какое-то как махрама. Махрам это, то есть в переводе родство, потому что по исламским канонам женщина не имеет права одна выходить в путь, либо с братом, с дядей. Ну, конечно же, по нашим учениям фикха, женщина имеет право выходить группой, но в Саудской Аравии стоит обязательно, женщина должна выйти с, либо с братом поехать в хадж, либо с дядей, либо с мужем. И принести фотографию. Фотография 4x6, цветную. Женщина, конечно, обязательно должна быть в платке. И также по законодательству России тоже разрешается женщине даже в паспорте фотографироваться. То есть в Российской Федерации можно женщине в хиджабе? Да, 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 да. При Украине было запрещено женщинам фотографироваться с платком. И неэтническим мусульманам, которые, то есть, приняли принявший ислам, им надо принести с муфтията, с духовного управления мусульман Крыма, как свидетельство, что он на самом деле принял ислам и что он является мусульманином. И все эти документы принести в муфтият до где-то примерно до 25 июля. Потому что 1 августа все, закрывается прием документов в посольстве, и начинается выдача виз для поездки в хадж. Чухсаунс, Артурбей. Чухсаунс. Исадул Худжа, мы приближаемся к священному месяцу Рамазан. Скажите, духовным управлением мусульман Крыма, какие мероприятия будут проводиться вот в этом священном месяце? Рамазан для мусульманина – это очень благодатное время. Мы знаем, что Коран был ниспослан, начал ниспосылаться в Рамазан. Поэтому Рамазан считается месяцем Корана. И, соответственно, это очень знаковое событие для мусульман. То есть священная книга Коран была ниспослана в этот день, начала ниспосылаться. Поэтому мы приняли решение этот месяц Рамазан, как и, в принципе, предыдущие месяца, посвятить Корану. И Духовное управление мусульман Крыма, соответствующие отделы, ребята, наши специалисты, разработали несколько проектов для нашего неформального образования, то есть для учителей, которые находятся в регионах, на местах. Мы разработали программу «Вы научись читать Коран в течение месяца Рамазан». То есть месяц Корана, научись читать Коран. То есть люди, не знающие совершенно чтения Корана, не знающие арабской графики, могут попасть на наши эти курсы. Мы все объявим, в каких местах, в каких поселках, селах и городах, в какое время это будет. То есть это все будет объявлено, иншаллах. Люди, не знающие совершенно арабской графики, могут прийти и в течение месяца Рамазан, по той методике, которую разработали наши специалисты, научиться читать Коран. Эта методика и работает, мы ее уже экспериментировали, проверяли. То есть это действенная методика, иншаллах. И параллельно с изучением Корана, конечно же, как учить Коран, не изучая основы ислама, у нас также параллельно идет проект «Научись исламу в течение месяца Рамазан». Соответственно, в каждой мечети перед ифтарами будут проходить подобные уроки, будет преподаваться Коран с нуля, то есть не знающим людям. Это в каждом селе, в каждой мечети будет такое проводиться? Мы дадим весь перечень сел и поселков, где это будет происходить. Мы на данный момент работаем над кадрами, кто этим будет заниматься. На сегодняшний день в духовном управлении проводятся семинары, подготовительные семинары, проводятся тренинги, как это делать. И, иншаллах, в конце этих семинаров и тренингов у нас выявится четкое преподавателей количество, сколько преподавателей, в каких селах они будут. И тогда мы дадим информацию об этом в наших СМИ, иншаллах, и пригласим всех желающих изучить Коран, читаться Коран, и изучить религию ислам. И, конечно же, я думаю, в конце всех этих курсов мы подарим каждому закончившему курса Коран, каждому закончившему курса ислама. Я уверен, что наша команда разработает план и подарит каждому хорошие подарки, которые будут напоминать человеку о его вот этом вот таком вот событии в его жизни, как научиться читать Коран. Мы знаем, что очень много людей просто мечтает, но боится даже об этом думать вслух, понимая, что он не в том возрасте, что чему-то можно уже научиться вот такому вот далекому. Мы хотим сказать, что Коран читать — это 29 букв, то есть это не что-то заоблачное. Нужно просто запомнить 29 букв и научиться их друг другу соединять друг с дружкой. То есть это очень просто. И у нас есть случаи, когда взрослые люди за две недели
выходят, начинают читать Коран. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем и говорю, что это просто. Главное, чтобы было искреннее желание в сердце. Тогда Аллах открывает путь к любым самым сложным достижениям. Поэтому вот к этому месяцу Рамазан мы хотим подойти подготовленными. В принципе, к Рамазану нужно готовиться всесторонне, потому что Рамазан — это не только месяц, когда ниспослался Коран. Это месяц, когда человек может морально расцвести, да, духовно развести. Что делать мусульманину в месяц Рамазан? Конечно. В месяц Рамазан, чем он знаменателен? Это один из пяти столпов ислама. Человек держит пост. То есть он ради Бога, только ради Бога, отказывается от еды, от питья и от половой близости. Соответственно, он удерживает себя от тех разрешенных ему в обычное время вещей ради Бога. То есть он все световое время суток, то есть от рассвета и до заката, воздерживается от еды, питья и половых отношений. Соответственно, человек весь месяц находится в таком состоянии. То есть после заката то, что люди кушают, разговляются, иногда бывает, мы слышим стереотипы неправильные, что мусульмане по ночам кушают тайком. Нет. Как раз-таки после заката разрешается кушать. И все, что было запрещено днем, становится разрешенным. До рассвета, до первой зари. С первой зари опять на весь месяц Рамазан, то есть на тот день мы закрываем рот и перестаем кушать. Но самое главное в этом не сам тот пост, который человек держит телом. Самое главное — суть Рамазана, чтобы человек научился, духовно опять очищался. Же, то самое слово, которое я сказал вначале, стал человеком. Чтобы он очищался духовно, чтобы он научился отказывать от того, что у него есть, чтобы он задумался об окружающих его людях, которые не могут найти это пропитание, о людях, которые не могут себе этого позволить, и так далее. И это духовное очищение должно, то есть в Рамазан человек должен воздержаться не только от этих трех вещей. Эти три вещи – это базовые вещи. Человек должен воздержаться от сквернословия, от сплетен, от всевозможных тех запрещенных вещей в исламе, которые есть, чтобы не нарушить свой пост духовно. Да, технически он может остаться постом, но духовно, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, он останется как просто голоданием и жаждой. То есть человек, чтобы не превратить наш пост в голодание и жажду, нужно духовно наполнить пост. Поэтому мы призываем всех мусульман, еще у нас есть время до поста, еще есть 2 недели. Мы находимся в благословенном месяце Шабан. Это один из 3 благословенных месяцев, когда это 3 месяца, первые 2 месяца Реджеб Шабан и Рамазан 3-й месяц, это благословенные месяцы. Мы готовимся к Рамазану. Сейчас уже себя нужно готовить к посту, понимая, что пост приходится в этом году на самое жаркое время года, на самые длинные ночи, на самые длинные дни, точнее, короткие ночи. Соответственно, с сегодняшнего дня нужно постараться начать держать пост, хотя бы по понедельникам, по четвергам, подготовить себя и уже, как говорится, в Рамазан войти немножко подготовленными. И еще одну хочу подчеркнуть один момент, что все, кто держал последние 3-4, 5-6 лет поста, который пришелся сначала на август, потом потихоньку переехал на июль, сейчас потихоньку уходит на июнь. Мы знаем, что лунный месяц каждый год по 10 дней смещается, и он смещается вот в сторону весны сейчас. Соответственно, мы прошли августовские дни, самые жаркие, июль дни жаркие. И все, кто держал в эти года, даже, может сказать, первый раз держал пост, они говорили, мы не представляли себе, как можно 18 часов или 16 часов без питья, без еды продержаться на жаре, работая, сидя в офисах там, или сидя в комбайнах, или там за рулем автомобиля, и продержать пост. И мы удивляемся, как это нам оказалось легко. То есть я хочу сказать, что не нужно себя накручивать и говорить, да вот пусть пост выйдет с летних месяцев, и потом мы начнем держать пост, когда Нет, он будет в зимний месяц. Легко даже в летние месяцы держать пост. В зимние месяцы держать пост намного сложнее, оказывается, чем в летние. То есть здесь опять же срабатывает милость Аллаха, я так понимаю, когда человек отказывается ради Бога от каких-то благ и держит ради Бога пост. Конечно же, этот Бог, он милосердный, он даст этому человеку облегчение. Нужно в это верить, нужно этого хотеть от Бога. И, конечно же, я думаю, Аллах облегчит каждому человеку путь к посту, который захочет. Вы сказали, захочет. То есть люди, которые в августовский, июльский пост, а сейчас июньский пост. А световой день какой будет? Сколько часов? Более 16 часов, Более 16, да? То есть уменьшается, идет на уменьшение. Это последний, это уже пиковый год в этом году, и уже пойдет на уменьшение. Но, тем не менее, вы знаете, вот я тот человек, который, в общем, последний, вот вы говорите, 5-6 лет, который держит уразу, ну, вы знаете, Всевышний действительно дает силы. И даже Конечно. Можно помогать семье летом, работая на кухне, и даже вот и нормально то есть себя чувствовать. То есть и нормально ждать ифтара, и садиться именно на ифтар поужинать. Действительно.
Просто когда Исадулла Ходжа сказал о легкости обучиться чтению Корана и о легкости держать ораза, я сразу вспомнил одну хартана нашу с села Гвардейского. Мы там тоже провели курсы чтения Корана. И одна гуляра хартана, Аллахундан Разуолсен, она 38-го года, ей уже почти 80 лет. И я помню, как она начинала и говорила: ой, как это будет сложно, я это не справлюсь. Но буквально вот в прошлом месяце уже был выпускной, и она освоила Коран, она уже читает, односельчане за нее рады, и она тоже получила Коран и очень довольна. И Аллах пускай будет доволен. Поэтому действительно это очень легко. Если у человека есть желание, Аллаху Тааля откроет для этого пути. Чусалась, заключительное слово, Сидла Ходжа. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за предоставленную площадку. Аллах разволсун. Я хотел бы обратиться к нашим жителям Крыма, к мусульманам Крыма, что, ну, во-первых, чтобы мы достойно встретили пост Рамазан, чтобы мы дождались все-таки месяца Рамазан. Мы все эти три месяца делаем дуа, первые два месяца этих трех месяцев, что о Аллах, сделай благоприятными эти дни для нас и дай нам возможность достигнуть Рамазана. Я сейчас опять делаю это дуа, я молю Аллаха, чтобы он дал все-таки нам в этом году тоже дожить до Рамазана и дал нам возможность очиститься перед ним, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: тот, кто продержал пост по-настоящему, как вот о том, о чем я говорил, попытался разъяснить в течение двух минут, кто по-настоящему продержал пост, он будет очищен от всех грехов. Ну, а я в конце программы выражаю благодарность магазину «Хиджаб» за предоставленную одежду. Магазин «Хиджаб» находится напротив мечети Кибер-Джами. Если личность или общество исповедуют высокие гуманистические ценности, то цели и средства их достижения также будут достаточно высокими и гуманными. Только так мы сможем достичь постепенного экономического, политического и духовного подъема нашего народа. С вами было ток-шоу «Тілде фікірде іште». Саулық, ниан қалыңыз, көрішмек үзіре.